Чудовищная сила. Чудовищная сила. Санкен-Сити, Кандара. Чудовище из Черной лагуны. Мы над впадиной Тога, глубина 10082 фута. Холодное течение, теплый воздух, вот тебе и туман. Авторы сценария Мэри Кроуфорд и Алан Темплтон. Вызову к Яжучину. Доктор Ромер, ответьте, вызывает коготь. Я Ромер, что у тебя, Уилсон? Мы в 14-м квадрате, прямо над затопленным городом. Приборы показывают наличие большой подводной пещеры. Вы слышите? Хорошо, как мы и ожидали. Будьте на связи. Бортовой сканер подает сигналы. Что-то движется к нам из глубины. Какого дьявола? Нас утягивает на дно! Уилсон, держись! Уилсон? Шутить вздумал. Прямо по курсу на Айку-Найку. Разве здесь бывает эхо? Это остров в архипелаге Хаапай, как раз на краю впадины Тонга. Если Ромер обратился к нам, значит, дело серьезное. Ведь с первых дней существования отряда он не устает нас высмеивать. Еще бы не серьезный. Они потеряли исследовательское судно и двух человек. Пересекаем демаркационную линию суточного времени. И что у нас? Вчера или завтра? Лавкрафтский университет субсидировал экспедицию к легендарному городу Кандара. Ромер ее возглавил. Знаешь, говорят, Ромер присваивает больше половины обнаруженных ценностей. Студенты называют его жучилой. Сплетни еще не доказательства. Через четверть часа будем над Найку-Найку. Дорога все время под гору. Где-то в глубине есть пещера, забитая сокровищами. Карвер и Уилсон были близки, так близки. А что мы скажем отряду, когда он доберется сюда? Ничего. Отряд пускай решает свою задачу и убирается. Про наши находки никому знать не надо. Ясно вам? Никому ни слова. Никому. Что это было? Было да сплыло. Привет всем. Мы явились. По-вашему, что произошло? Эксперт, вы и скажите. Все отпечатки стерты. Чем это объяснить? Может, и объяснять не стоит. Думаю, это проделки местных. Если это проделки, что же вы называете катастрофой? Местные говорят, Кандара — проклятый город. Под ним якобы обитает чудовище. Глупости, предрассудки, никаких чудовищ нет. Зачем же вы нас вызывали? Кто-то мешает моим исследованиям. У вас есть специальная аппаратура по защите от предрассудков. Вот я и решил прикрыть тылы. Рэп, Ланс, займитесь разгрузкой. Люк, Шелли, наведаемся в деревню. Ты его напугал. Видно, он почуял в тебе зверя.
А может, пора сменить крем для бритья? Пожалуйте в дом. Здесь стоять небезопасно. Вообще-то мы гостям рады. Но сейчас время такое. Я Тору, староста деревни. А это мой сын Соломон. Рад познакомиться. Рид Кроли. А это мои друзья Шелли Франк и Люк Тальбот. Очень приятно. Мы хотим выяснить, что случилось с экспедицией доктора Ромера. У них пропали 2 человека. Знаю. Такое несчастье. А нечего им было соваться в затопленный город. Им же говорили. Мы предупреждали доктора Ромера о чудовище, а он не послушал. Расскажите нам о чудовище. Давно тут живет. 10 тысяч лет или 20. Одни говорят, что оно потопило Кандару, другие, что появилось позже. А вы его видели, чудовище? Нет. Отец мой видел. Он и еще 5 наших воинов решили покончить с проклятием. Вернулся он один. Последние дни сидел вот здесь и смотрел на огонь. Он не рассказал нам о том, что видел и что случилось с остальными. Вообще говорить разучился. С той поры всякий, кому жизнь дорога, Кандару стороной обходит. Кандара. Это как сон или кошмар. Начнем прочесывать район. Судя по всему, коготь затонул где-то здесь, на краю впадины. Включаю индикатор. Будешь наводить по сонару. Есть, вижу тебя, Рид. Запомните, мне нужны дискеты с когтя. А люди? Раз уж мы здесь, может, и их поищем? Как хотите, но я сомневаюсь, что они живы. 2 суток без воздуха. Обыщите коготь, но будьте осторожны. Он не очень устойчив. На корпусе корабля отметины когтей. Если это земноводное, то каких же оно размеров? Рид, на мостике бог знает что. Мы нашли дискет Ромера. Сильный удар. Шелли, Трэп, назад, быстро. Нас относит. Наш единственный шанс. Трэп, Трэп, возвращайся. Я его нашел. Это ты? Привет. Скажите честно, вы видели чудовище? В общем, нет. Но кто-то сбросил коготь во впадину. Течение. Здесь они бывают внезапными и сокрушительными. Ладно, будь по-вашему. А как вы объясните вот это? Кораллы или подводные рифы. А не когти чудовища. В отличие от вас, друзья мои, я ученый. Я оперирую только фактами. А теперь, простите, у меня работа. Ромер нам не все сказал. Что-то скрывает. Хотел бы я посмотреть ту дискету. Чего проще? Я сделала копию. Кандара. Глубоководная съемка. Похоже на пещеру. Причем она заполнена воздухом. Почему же Ромер умолчал о ней? Очевидно, мне есть что-то, чем он не хочет делиться. Хотите, я покажу вам, как туда проникнуть? За этим камнем открывается тоннель, который проходит под Кандарой. Да ну, откуда тебе это известно? Отец поведал мне все тайны острова. Он велел завалить выход каменной глыбой, чтобы чудовище не вылезло, и наши любопытные не совали туда нос. Разумно.
Не пугайся, малыш, я сейчас превращусь в зверя. Ну-ка, отвалим эту глыбу. Самые темные и опасные места для нас — дом родной. Будьте начеку. А ты куда? Я сын старосты и отвечаю перед односельчанами Найку-Найку. В другой раз, Соломон. Это опасно. Шел бы ты домой. Ромер, а если Кроли прав? Если там кто-то есть? Мы над пещерой, здесь должен быть туннель. Под Голиотом есть шахта. Давай, Каньон, спускайся. Ты мало мне платишь. Буду платить еще меньше. Тогда ты, Харрис. Простите, сэр, но я отказываюсь. Ладно, взорвем Голиот отсюда. Там кто-то есть, но я не могу выйти на контакт. Амфибия, ум холодный, чистейшая ненависть. Голос напоминает моего учителя физики. Хладнокровную амфибию на инфракрасной пленке не заснимешь. Вперед! Почему бы нам не подождать до утра? Потому что я начальник экспедиции. Кто-то должен проявить твердость. Включить корпусную камеру. Взгляните, что это? Чудовище! Давай, ну давай, заводись! Ну, пожалуйста, заводись! Пожалуйста! Что это было? Как приятно глотнуть воздуха. И не говори. От него воняет, как из моей корзины для грязного белья. Я его больше не чувствую. Где же оно? Помогите! Помогите! Скорее! Слава Богу! Скорее! Разыщи отряд! Сокровищница Кандары. Впереди открытое пространство. Наверняка туда и стремится Ронар. Я его понимаю. Здесь что-то вроде шлюза. Тянется до самого дна океана. Так вот, как оно входит и выходит. На карту нанесен старый Галиот Святая Анна. Он прямо над нами. Логово чудовища. Помогут мне предки. Вернемся на корабль. Без тяжелого оборудования не обойтись. Соломон,
ты что здесь делаешь? Чудовище! Оно гонится за мной! Назад, малыш! Спасибо за предупреждение! Надо увезти Соломона. Быстрее к шлюзу. Ланс, за мной! Ты иди, я задержу его! Ну что, погреться не хочешь? Как насчет небольшой встряски? Одним чудовищем меньше, черт! Соломон! Соломон, где ты? Мы погубим чудовище! Соломон не откликается! Надо найти Соломона! Где мой мальчик? А меня интересует чудовище! Ланс, ну что там? Этой твари все нипочем. Как ты думаешь, мы когда-нибудь выберемся отсюда? Стой, Люк! Если открыть шлюз, то весь океан нагрянет к нам в гости. А с нами Соломон. Ничего! Я лучший ныряльщик на острове! На, малыш, надень. Всем привязаться! Как только откроются ворота, море пойдет на нас стеной. А как же Люк? За меня не волнуйтесь. Закладываю глубинный заряд. А Кандар он не разрушит? Он убьет чудовище и проделает дыру прямо в сокровищницу. Больше меня ничто не заботит. Слышите меня? Все ко мне! Нападение! Нападение! Что вы делаете? Там же весь отряд. Скорее. Еще не конец. Держитесь, друзья.
и храбрый воин, сынок, как все, чья нога ступала по этой земле. Все, экспедиция потерпела крах. Вот что, доктор Ромер, мы отбываем. Есть еще пожелания? Нет, может, возьметесь написать за меня отчет, потому что я не знаю, как объяснить причину потери людей и оборудования. Я бы написал, да кто поверит. Было приятно с вами поработать, Ромар. Может, еще встретимся? Без всяких сомнений. Вы сняли с острова проклятие, доктор Кроли. Теперь наша жизнь пойдет по-другому. Спасибо вам. А меня вы примете в свой отряд? У тебя есть все задатки будущего борца с чудовищами. Вырастешь, посмотрим. Что с чудовищем покончено? Больше не хотелось бы иметь дело с этим клиентом. Продюсер Джеральд Трип, режиссер Крик Шоутон, художник Тим Дикон, композитор Эдмунд Иган. Производство Lacewood Productions в сотрудничестве с Universal Cartoon Studios.